Сегодня мы находимся в доме номер 8 по улице Просторная в Путилково. Смотрим состояние многоквартирного дома, подвальных помещений, мест общего пользования и чердака. На данный момент мы находимся как раз в подвале. Посмотрели, как работает система инженерная. Очень все понравилось. Проблем сказали, что с обслуживанием инженерных систем, котлов, насосов и прочего оборудования нет. Есть уже аналоги, все ремонтопригодно, все очень хорошо, чисто, автоматизировано, поэтому могу сказать, что по результатам нашего осмотра можно поставить твердую пятерку управляющей компании за содержание. Сегодня мы были вместе с начальником территории Снежаной Анатольевной, с представителем управляющей компании, ну, соответственно, депутатским корпусом. У нас эти осмотры являются системными в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя», поэтому у нас однопартийцы, депутаты всех уровней с октября месяца, с начала отопительного сезона, посещают многоквартирные дома в своих избирательных округах и смотрят состояние именно общедомового имущества и инженерных систем, чтобы эта зима у нас прошла достаточно спокойно и комфортно для жителей.